Первый день кастинга продолжается. Среди желающих покорить наших судей и Людмила Рудая из Косово. Стать артисткой она хотела с детства. Но жизнь сложилась иначе. Может быть, сегодня ее мечта наконец исполнится? Меня зовут Людмила Борисовна Рудая. Мне 67 лет. Все началось на пенсии. Думаю, надо же подумать о себе. То, о чем я мечтала с детства, то, что любила моя душа. Я была очень скромная, в школе на меня не обращали внимания. Меня как бы игнорировали, как бы не замечали. Очень стеснительная была. Возможности учиться не было в Ивацевичской музыкальной школе, да меня и не приняли, потому что слишком была бедная семья. И когда меня не приняли, для меня это была такая большая потеря. Я так плакала, рыдала, я ходила вокруг музыкальной школы, мечтала попасть вовнутрь, мечтала, чтобы меня взяли, но этого не случилось. И я как-то пережила эту боль, занималась другими делами, детьми, дома, хозяйство. И потом как бы немножко забылась, но не совсем. Придумала образ такой вот бабушки-рокер. Он всем понравился. Оказывается, все возможно. Было бы желание. Даже без музыкальной школы можно чего-то достичь. Жизнь заполнена постоянно. Я всегда в движении. Кроме того, что она у нас большая активистка, среди нас. Она еще и как депутат. Еще общественная работа есть. Занимаюсь проблемами города, так как являюсь депутатом. Конечно, все это сложно и страшно. И под софитами выходить. Ничего, энергии у вас не отнимать будет. Молодым еще надо позавидовать. Муж, дети, внуки. Переживают за меня, за мое здоровье, что для меня это уже сложно, возраст-то какой. Но я, тем не менее, еще держусь. У меня душа просит, что сделаешь. Трудно бороться с собой. Людмила Рудая. И прошли года, я чуть не спятила. На зрительную я любовь потратила. Стирала мылом я белье проклятое. А после этого стала горбатая. Бежит ручей, течет ручей. Гляжу, лежит мужик ничей. Бежит ручей, течет ручей. В ручье лежит мужик ничей. Гляжу, мужик лежит. А мне не верится, я подошла к нему удостовериться. Хоть я горбатая, а он как лунь седой, отмыв его в ручье, я принесла домой. Бежит ручей, течет она ручей. Она прикольная такая. В ручье лежал мужик ничей. Бежит ручей, и пусть бежит со мной теперь мужик лежит. Так было надобно, подобрала его такого ладана. Не может он со мной похвастать силою, и за двоих теперь работу делаю. Бежит ручей, течет ручей, в ручье лежал мужик ничей. Бежит ручей, течет ручей, и я ничья, и он ничей.
бежит ручей, течет ручей, в пляжу лежит мужик ничей. Бежит ручей, и пусть бежит, лежит мужик, и пусть лежит. Бежит ручей, и пусть бежит, лежит мужик, и пусть лежит. Очень весело, очень задорный, отличный номер. Людмила Борисовна Рудая. Так я так и не поняла, мужик-то лежать остался или... Я же его отнесла и положила обратно. Зачем вам ничейный мужик? А вообще... Как здорово, когда сбываются мечты. Вы на сцене. Да. Вам аплодирует публика. Спасибо большое всем. Это же и была ваша мечта. Давайте жюри слушать. Виктория Олешко. Вы знаете, я никогда не знала, что там такие слова. Я всегда знала, бежит ручей, течет ручей, и ты, и я ничья, и ты ничей, и все. А то, что там такая заваруха, извините. Переделка моя. Так это вот оно в чем дело. Ну, вы, конечно, дали, зажгли просто так, что ух, мы тут так все встрепенулись. Спасибо вам за эти эмоции, спасибо за это настроение. И, кстати, не расстраивайтесь за то, что вы вначале немножечко там... Знаете, это бывает вообще с каждым артистом. Мы можем забывать слова, и как-то каждый по-своему выкручиваемся. И вы, кстати, просто, ну, мастерски вышли из ситуации. Практически вот как будто бы так и надо было. Поэтому умница! Александра Гайдук. Людмила Борисовна, вы просто огонь, темперамент. Вы такая смелая. Вы добиваетесь всего, чего вы хотите. А сегодня вы доказали самой себе, что вы и это можете. И это вам по плечу. Мы вас поздравляем с прекрасным выступлением. Спасибо большое. Саш, я понимаю, что, может быть, тебе и дела-то никакого нету, что где-то там у какого-то ручья лежит ничей мужик. Ну, лежит и пускай себе лежит. Но, тем не менее, какое впечатление на тебя этот номер произвел? Ну, самое яркое новое прочтение песни, да, яркое шоу. И молодец, Людмила Борисовна, да, смело, красиво, неординарно. Спасибо. Спасибо, Саша. Я еще не то могу. Спасибо. Владимир Березин. Да она фулюганка. И, к счастью, фулюганка. Я вот подумал, а вдруг когда-нибудь доведется приехать в Беларусь, провести концерт с участием Людочки, как бы я объявил эту песню? «Мужик ничей». Музыка заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Александра Костюка, стихи Людмила Рудая, исполняет автор стихов. Вот вы предложили такую версию такой известной и любимой песни из репертуара Нади Кадышевой, и жизнь засверкала яркими красками. Мне показалось, что переделка удачная. Меня поддерживает публика, которая смеется и говорит: «Какая же она классная фулюганка! Продолжайте в том же духе!» Спасибо. Спасибо. Приезжайте к нам в Косово. Ну, лучезарная наша хулиганка. Мужик ничей сделал вечер сегодня просто настоящий. Как впечатление, эмоции? Замечательные. Очень понравилось, как жюри оценивало, что говорило. Ну, немножко подустала, но чуть-чуть сбила. Какая энергетика была на сцене. Можно я сделаю с вами селфи? Да, конечно. Отлично. Улыбаемся. Угу.